Шеф-повар Максим Григорьев. Смузи из авокадо, банана и шпината. Кто же не любит полезный смузи? Думаю, среди нас таких нет. Предлагаю вашему вниманию рецепт приготовления смузи из авокадо, банана и шпината. Такой замечательный и вкуснейший напиток оценили все мои домашние, хотя к авокадо не пылают большой любовью. Смузи получился с насыщенным банановым вкусом, с легким ароматом апельсина. Попробуйте, вам понравится. Время приготовления – 5 минут. Ингредиенты. Авокадо – 1 штука. Апельсин – 1 штука. Бананы – 2 штуки. Лен в семенах – 0,1 чайной ложки. Масло оливковое рафинированное – 2 чайные ложки. Шпинат свежий 60 грамм. Яблоко 1 штука. Шаг 1. Для приготовления нам понадобятся следующие продукты. Авокадо, бананы, яблоко, апельсин, масло оливковое, лен в семенах. Шаг 2. Листья шпината промоем, помещаем в чашу блендера. Шаг 3. Добавляем нарезанное яблоко и бананы. Шаг 4. Авокадо очищаем от кожуры, нарезаем дольками, добавляем к остальным ингредиентам. Взбиваем до однородного состояния. Шаг 5. Из апельсина отжимаем сок и наливаем в чашу. Туда же вводим оливковое масло. Взбиваем. Шаг 6. Смузи из авокадо, банана и шпината готов. Посыпаем семенами льна и подаем. Приглашаю вас на дегустацию. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.